Жители микрорайона «Зеленые аллеи» мечтают о благоустроенной набережной вокруг Малого Тарычевского пруда. Десятилетиями этой территории никто не занимался, и активисты решили обратить внимание властей на эту проблему. Месяц назад здесь прошел первый субботник, организованный жителями и поддержанный районной администрацией. На этот раз подключилась Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Мы для себя определили, чтобы за этот год вычистить территорию этого замечательного пруда и близлежащую территорию, для того, чтобы здесь можно было на перспективу благоустроить замечательную общественную зону. Со стороны зеленых аллей жители домов своими силами стараются держать территорию вокруг пруда в чистоте. Основным фронтом работ был противоположный берег по улице Школьная, где кроме уборки необходимо было разобрать деревянные конструкции, в последнее время служившие местом обитания асоциальных элементов. Здесь находились погребы жителей, которые проживали здесь давно, я так понимаю, годов 70-х, 60-х. На данный момент они не используются, но, к сожалению, постройки никто не убирает. Это самострой, вот сейчас происходит уборка. Более 150 человек пришли на помощь жителям микрорайона. Члены и сторонники «Единой России», сотрудники администрации и муниципальных предприятий выносили мешки с мусором из самых труднодоступных мест. Здесь все в мусоре, в бытовом мусоре. Здесь бутылки, здесь пакеты с мусором, которые люди, я не знаю, не доносят почему-то до помойки, они выбрасывают так во враг это все. То есть я не знаю, кто здесь живет. Муниципальная управляющая компания обеспечила всем необходимым инвентарем – граблями, перчатками и мешками. Работы продолжались в течение 7 часов. За это время было вывезено более 120 кубометров мусора, пострижена трава и опилены ветки деревьев. После чего данная территория стала еще на один шаг ближе к будущему благоустройству. Естественно, нужен проект для того, чтобы превратить эту зону уже с дорожками, с освещением. К этому Валерий Николаевич нас пригласил, над этим мы работаем, вместе с жителями, кстати говоря. Работы по приведению в порядок набережной Малого Тарычевского пруда будут продолжены. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.